Я наблюдала за одной идеальной парой. Они словно сошли с обложки журнала. Я пытаюсь изменить свою жизнь. Я видела ее из окна поезда. Рядом с ней стоял мужчина. Секунда и все. Это она? Где вы находились в пятницу вечером? В городе. А потом решила заехать к мужу. К бывшему мужу. Насколько мне известно, исчезнувшая девушка работала няней в его новой семье. Здравствуй, Том. Привет. Рэйчел, что ты здесь делаешь? Я помогаю в расследовании. Мы оба знаем, что это не так. Я видела вашу жену с другим. У Меган есть личный психолог. Может, вы видели его? Я где-то читала, когда тебя сбивает поезд, от силы удара может сорвать одежду. Вас видели там в то время, когда Меган пропала. Вы убили Меган Хитвелл? Нет. Помоги мне вспомнить тот вечер! Что привело вас ко мне? Я сама себя боюсь. Девушка в поезде. Смотрите в кинотеатрах с 27 октября.